Не знаю, когда там Хэллоуин, но у меня он будет сегодня. Привет всем. Собственно, я хотел уже давно, наверное, поиграть в данную игру. Ну вот, ну как? Я в нее уже играл когда-то очень давно. Очень-очень давно. Я даже сделал определенный прогресс в этой игре, но я ее забросил, не помню по какой причине. И теперь я хочу наверстать упущенное. Все так и есть. Собственно, игра называется Cryofear, если кто не в курсе и не умеет читать. Я ставлю вас в известность об этом. Это хоррор. Самый настоящий хоррор на движке Source. Если память не изменяет. Либо на движке от первой Half-Life, точно не помню. Игра чудесная, игра замечательная. Так, а что ты мне захватываешь? Ты мне захватываешь совсем не то, что нужно. А, свойства. Все теперь знают, что я скачиваю. Отдельного окна, краю эфир. Окей. Тут есть поезда. Как минимум. Так, все, игра теперь отлично захватывается. Давайте потихонечку начинать. Один минус маленький. Нет русских субтитров, но это не страшно, поэтому новая игра на средней сложности, конечно же. Я же не сумасшедший пока что. Я всю свою жизнь чувствую себя одиноко. For as long as I can remember. Сколько себя помню. I don't know if I like it. Не знаю, нравится ли мне это. Or if I'm just used to it. Или я просто привык к But этому. I do know this. Но я знаю Being точно. lonely does things to you. Быть одному явно Feeling shit. не так уж и Bitter просто, and angry. короче. All the time, Чувствую just... себя как дерьмо и горечь. Это It's the way и злой весь такой все время. И это тебя нахрен жрет. Вот такой вот у меня вольный перевод. Так, надо серьезно настроиться. Ведь все-таки страшная игра. Страшные события. Страшно, страшно должно быть. Котейка. 10 из 10. Все. Игра года. Ведьмак от мира модификации на движке первого Half-Life. Игра, к слову, абсолютно бесплатна в Стиме, поэтому каждый может ее попробовать, если хочет. Но людям с впечатлительной психикой, естественно, я не рекомендую этого делать. Так же, как и беременным и несовершеннолетним. Поэтому, если вы беременный, несовершеннолетний, с неуравновешенной психикой, то, пожалуйста, покиньте мой стрим. И вообще забудьте, что вы видели сегодня. Больше, чем в первом Half-Life, кстати. Попрошу заметить. Ух, а вот и первый скример практически. Уже страшно. Ну, естественно, у меня свет везде выключен. Надо было, наверное, вебку подкрутить под это дело, чтобы вы видели, как я сверкаю наушниками в темноте. Потому что у меня наушники светятся. Но уже поздно. Делать этого я, конечно же, не буду. Ставить все на паузу, подключать микрофон и настраивать это добро. Так, ну а это мы. Типичный подросток. 17 лет. Ну или около того. Едем.
Или где там обычно подростки все живут. Прям узнаю себя, кстати, в этой фигуре, в этой походке. Когда я был маленький. Помогите мне кто-нибудь. О, дерьмо. Что случилось? Надо же переводить все это дело. Тойота, кстати. Ау. Одно хорошо, я игру практически не помню, поэтому для меня все опять же будет с нуля. Я единственное помню только босс-файт и момент на кладбище. Все. Больше я ничего не помню. О, боже мой, как страшно. Так, это что было? Байт на дедушку, что ли? Или... В чем подвох? Прояснись. Говорит нам надпись на стене. Возьми что-то там. Дальше было не прочесть. Так, вот мы и проснулись. Ну, кстати, похоже на мою комнату. Моя чуть поменьше, правда, но суть примерно передает. Так. Сейчас меня попустят, или этот эффект не пройдет. Ну окей, мы сразу видим, что да, я недавно проходил Half-Life 2. Мы пьем Кока-Кока. Читаем книжки. Это мой стримерский стул, кстати. Что написано? Ну, понятно. Ног по-прежнему нет. Вот это действительно страшно. Что ж, идем. Я ненавижу тебя, говорит нам стеночка. Но... Ничего. Люк. Блин. Вот это, кстати, классная идея. Вот с фотоаппаратом и такой темнотой. Какой-то приунывший мужчина. Не знаю, как это, кстати, на стриме выглядит, но... Надеюсь, нормально. Нет. Мужчина с палкой, судя по всему, был. По крайней мере, выглядело это именно так. А. Окно сломали. Ой. Так, больше ничего нет. Вот очень сложно ориентироваться в таких моментах, если честно. Еще начинаешь потеть, как не знамо кто. Что ты стекла-то ломаешь? Вот это вот мог бы и сломать, на самом деле, там. Как-то... Не успел прочесть. Дверь. Пусто. Давайте издалека. Издалека не работает. Бежим! Что-то страшное начинается. Собственно, да. Как я и ожидал, будет страшно до усрачки. Мне уже как минимум надо сменить свои штаны. Потому что... Сами понимаете. Where am I? Где я? Что я вчера делал? How did I get here? Как я тут оказался? Как обычно, нет денег на телефоне. Мне лучше двигать дальше, а то темно становится, подумал наш главный герой. Да, очень похоже на меня в школьные времена. Глава первая. Потерянный в городе. Ух ты ж, ёпта.
нужно менять хват ножа. Так, надо, наверное... Хотя нет, в принципе, пускай будет погромче игра. Так, как-то тут телефон, помнится, можно было достать. Вот. Как? Engaged. А, Endegmet. Нина. О, во. Так. Симон. Мобилка Симона. Equip. Где ты? Приходи домой как можно скорее. Становится темно. Пишет нам наша мама. Телефон у меня был практически точно такой же. Это Sony Ericsson Walkman. Хотя нет, погодите, у меня такой же и был. Я его разбил об асфальт, когда с бывшей поссорился. Так, у нас есть... Фонарик. Так, нет, это не то, что я хочу. Во. Так, левой кнопкой бить, правый фонарик. Угу. Страшная ворона. Так, что-то нам там пишут, но я все пропустил, поэтому давайте дальше ходить, гулять и смотреть на сообщения от маменьки. Ха, кто это был? Стоямба. О. Помогите мне. Угу. Надо найти код от этой двери, потому что это выход. Но знаете... А, нет. Не знаете, я... Забираю свою мысль обратно. О, тут можно так в двери, оказывается, ходить. Я и забыл об этом. Двери не поддаются. Что ж. Подозрительно тихо, кстати. Привет, мистер Зитер. Теперь мне будет не так страшно с твоим появлением. Блять, я беру свои слова обратно, мне стало еще страшнее. Мама родная. Тихий какой-то. Это, наверное, потому что я микрофон немножко отдалил. Как сейчас стало. Я теперь ведь придвинул микрофон. Но если что, то можно подкрутить это дело. Без проблем, только скажи. Красивые улочки, конечно, кстати. Мне прям нравится, как выглядит это все. Так стало намного лучше. Я рад, что стало намного лучше. Как твои дела? Рассказывай. Что за игрушка? Игрушка называется «Стрёмный плач». Он же «Cry of Fear». Он же «Плач страха». И другие варианты. Собственно, игрушка на движке вот... Source, Golden Source, по-моему, как-то так движок называется, точно не помню. Ну, это, считай, конверсия первой халфы. Кока-кока. Я же говорил, кстати, что кока-кока, а я наугад тогда это ляпнул. Так. По сути, это ужастик. Ведь скоро Хэллоуин, и я решил, как бы, ну... приобщиться к празднику. Собственно, вот и тыковка. Ох, мама ругаться будет, что я так поздно. Что у нас внутри? Бар. Кто такие картины дома вешает? Точнее, не дома, а в кафе. Выключу фонарь. Вообще, если полиция меня поймает с ножами, с ножом в руках и мобильным телефоном, то хорошим делом это не кончится. О, записонька. Дэвид СПС. Что бы это могло значить?
Запомним это. Все еще холодный. А ты такой холодный, как айсберг в океане. И все твои печали я заберу с собой. The Beatles 54. Куча непонятных надписей попадается нам здесь, но это явно не то, что нам нужно. Как будто умер. Ну, фиг ли ты хотел? Зима близко. Я вот тоже как будто умер. И стал стримером. Так. Есть-то тут кто-нибудь? Тут никого нет, зато картины у него повторяются. Так, enter a username. Блин, надо вспомнить. Как там было? Hidden note 1. The Beatles 54. The Beatles 54. А вторая запись — David SPC. Нет, значит, надо наоборот. David SPC. Beatles 54. Там было The Beatles или просто Beatles? Я забыл. Кстати, почему The Beatles? The Beatles 54. David SPC. Ты получил свое проклятие. Ну, не так уж и плохо, я считаю. Хоть что-то принадлежит мне. The Beatles 54. Все правильно. David SPC. Тоже правильно. Окей, давайте поменяем местами. David SPC. The Beatles 54. Да ёб твою мать. Что-то я делаю не так. Ну что? Так, давайте походим в другие помещения по возможности. Может быть, сюда можно зайти? Нет, сюда нельзя зайти. The Beatles 54. Может, я пишу неправильно? Ого, какая хреновина. Так. Да, скорее всего, я просто неправильно пишу. Видите? Блин. Дубль 2. Дэвид. The Beatles 54. Да ёб твою мать. Так, мне нужно... Надеюсь, сейчас микрофон работает. Сейчас, подождите, народ. Дайте-ка я бумажайку положу перед собой, чтоб, ёпта, записывать. Раз я справиться не могу с написанием простых паролей. Не, всё-таки через Е. Е. 54. Дэвид SPC.
Я ж правильно все записал. Дэвид СПС, да. Окей. Пробуем еще раз, блин. The Beatless 54. В прошлый раз это не было так сложно. Дэвид СПС. Мазафака. Как так? Так, записываем. 8, 2, 8, 1. Эх. Жаль, что больше посмотреть ничего нельзя. Так. Какой-то стрёмный дядька там был. Выключаем свет. Идем дальше. Наверное, это был сам Дэвид. Иных мыслей у меня больше нет. Итак. Мы нашли код. Код от двери. Что само по себе уже необычно. Потому что как часто вы ищете коды от двери в реальной жизни? Я вот последний раз таким занимался чем-то. Наверное, никогда. Дядька-то синий был как труп. Хм. Ну, праздник у него. Что поделать? Выпил немножечко. Капельку раскрепощен. Не мне его судить. Так, какой же там код? 8. 2. Бля. 2, 8, 1. Е. Ух, как страшно. You can put 3 items to your quick slot. Но у меня больше-то и нет айтемов. Понимаете? Дверь не поддается. Я тебя вижу там. Ты. Хулиган. Нападай. What the? Какого? Look to the right. Посмотри направо. У чувака, кстати, на сумке нашивка Megadeth. Есть такая музыкальная группа. You can save your game at any location with a tape recorder. Что это такое? Что она тут делает? Выглядит как старый tape recorder. Дальше я не успел прочесть. Ну, сохраняем прогресс. Сохранение удалось. Я уже прям предвкушаю. Это кровь на полу? Подумал наш персонаж. Какого хера я сюда вообще попал? Так, надо не отвлекаться на чате, когда текста происходит, а то я теряю часть сюжета таким образом. Так, а вот наш первый энкаунтер. Ай, блядь. Ай, сука. Да ты синяк. Какого черта? Кто это был? Я должен позвонить полиции. Ну все, братан. Нет, это, наверное, Райан Гослинг был с молотком. Черт, нет сигнала. И нет мужика. Куда-то он исчез. Все-таки успел нас немножко продамажить он. Так, давайте вернемся назад. Посмотрим, что у нас тут. Ага, тут можно снова засейвиться, но делать этого мы не будем.
Мы просто пойдем. Опаньки, тя-тя-тя, стоямба. Шприц. Дети, никогда не подбирайте шприцы на улице. И уж тем более, никогда их не используйте на себе, либо на ком бы то ни было. Ну, какие-то зомбики. 9 мая, наверное. Классный свитер. Блин, анимация, конечно, у них. Ау. Волшебная. Так, мистер, стильный свитер повержен. Подросток 1. Быдло 0. Еще один. Классная куртка. Ёпта, этот быстрый. Ай, бля. Да ты. Так. Ты ж... Да ты щенок. Каналья. Нападай. Он хитрый. Он действует как я. Но я еще хитрый. Так. Equip. Так, выглядит как морфин. Сильная штучка, что мне. Но мне лучше поосторожнее быть. Дети, никогда не повторяйте этого. Никогда. Ни за что. Даже если на вас нападают мужики с молотками. Не колитесь такой штукой. Привет, Кряк from the Dark. Привет, привет, привет. Ты прям вовремя. Ты как вообще к ужастикам? Хорошо относишься? А то у нас тут вон ужастики. А, дабл тап. Это додж. Будем знать. Блин. Ай. Да ты ж. Блин, они доджат. Так, мы загнали себя в тупик. Поздравляю. Ай, сука. А, но зато они могут бить друг друга. Подступаем. Почему нельзя бутылочку кока-колы поднять? Оп. И... Так, давайте отдохнем. Dark Souls начался какой-то. Ну, в смысле, ненасытная душа стримера. А, ты тут только чтобы поздороваться. Очень жаль, очень жаль. Очень-очень жаль. Что ж, спасибо, что поздоровалась хотя бы. Спасибо, что заглянула на огонек. Жаль, что не можешь остаться. А то тут такое сейчас будет. Такое будет, ты такое пропустишь. Потом век себя корить будешь. Что за кнопочка, кстати? Эти. Нажать ее нельзя. А я-то уж подумал. Возможно, вернешься. Будем ждать. Будем ждать. Оп, стреляй. Будем ждать. Да. Ай. Блин, у меня какая-то странная привычка доджить на пробел. Ау. Так, победа снова за мной. Давайте полечимся. А то я какой-то пробитый. Ох, блин, фу. Гадость какая. Он еще и вены себе режет, наркоман. Так, щиток. И что мы сделали? Непонятно. А, я понял, что мы сделали. Мы открыли вот эту дверь, да? Да. Чудесно. Двигаемся дальше. Не, локации, конечно, очень здорово сделаны. Помогите мне, пожалуйста, помогите. Они идут. Я снаружи апартаментов. Поторопитесь. Ну что ж, давайте поможем даме в беде.
либо мужчине, где мы же не знаем, кто это, а гендер — это социальный конструкт. Так что давайте поможем человеку. Ну или собаке. Кто знает, как он там себя идентифицирует. Так, нам, так понимаю, сюда, да? Собственно, кстати, уровень в апартаментах самый такой страшненький, я бы сказал. Да, вот они. Это место какое-то неправильное. Ну да, еще бы, когда тут такие нарушения правил пожарной безопасности. Так, лифт застрял, лифт не работает. Четвертый этаж. Окей. А, как мне это прочесть? Во. Три маленьких ребеночка играют в парке. Сказал первый ребеночек. Пошли домой, пока не стало темно. Другие два пошли домой. Третий остался играть. Сам по себе. Иди ко мне, мой маленький мальчик, иди ко мне. Прошептал мягко куст. Они говорят, любопытство кошку убило. Такая вот странная записка. Кто-то музяку слушает. Врываемся в помещение. Есть кто дома? О, сейф. Это замечательно. А посуда-то не мыта. Кастрюля с гречей. Вечный наш противник. Ты что такое? Что ты такое? Такой страшный бэбик. Я вообще попадаю по нему? Ну, по крайней мере, он по мне не попадает. Так, минус бэбик. Фу, какая ты мерзкая. А, я понял, во что оно одето. Оно одето в мусорный мешок, который перевязан скотчем. То бишь, это получается один из тех маленьких бэбиков, который остался играть на площадке. Что у нас творить? Что ж, понятно. Так. Комната ничего интересного из себя не представляет. Телевизор использовать нельзя. Ботиночки. Маленькие, детские, неношенные. Так, а на каком мы этаже вообще находимся? Так, вот первый, второй, третий. А как на четвертый попасть? Или мы... Ладно, давайте сначала по нашему этажу походим, а потом уже вернемся в эту квартиру. Так. Есть тут кто? Выходите, я не боюсь вас, у меня есть нож. Страшно так как. Так, тут все закрыто. Значит, ловить нам тут нечего. Тут тоже закрыто. Равно как и тут. Ага, значит, ты мне тут паблика еще. Значит, нам туда. Мне нравится, как ты начинаешь все чаще и чаще использовать язык мертвых. Очень, знаешь ли, атмосферно становится. Или ты пишешь на обычном русском, но это меня глючит. Блин, вот, кстати, очень красиво смотрится, как ни странно. Есть в этом что-то. Хотя, странно, конечно, то, что фонари, ну, не освещают там землю под собой. Ну да ладно, это я просто придираюсь уже. Так. Второй этаж. Третий. Нас просили подняться на четвертый. Давайте не будем ждать.
Да, но в доме нет такого количества этажей. Или есть? Дверь же не поддается. Шприц. Очень хорошо. Третий этаж. То же самое. Что ж, остается только на втором. Так. Бэбиков в том стрёмном письме было... Три. Тихо. Слава богу, что я такой угол посмотрел в этот момент. Так, а вот и второй бэбик, собственно. Ай, бля. Да ты слышишь? Минус еще один. Остался последний. Главное, чтобы никакие мужики не появлялись. Психотерапевт. Мистер Ватфилд. Я не уверен, что я правильно прочел, но... Кто плакал? Кто здесь? А там кто? Так, очевидно, движ там идет. Еще и призраки. Ух ты ж, блядь. Мне не нравится эта комната, но мне нравится то, что тут есть шприц. Шприц берем, ключ тоже берем. На вкус не очень. Коллекция 002. Что? Ёб твою мать. Это что такое? Подходи. Я тебя не боюсь. Мама! Вэрриор, спаси! Бля. Так, ладно, не будем рассматривать коллекцию. Ладно, будем рассматривать коллекцию. Январь 4-го. 28 сентября. Коллекции, коллекции. Приходи и поиграй. Ну, я играю. 3 ноября. Не могу вспомнить. Очень старая. Чё? Самая медленная смерть 3 июня. 9 апреля. Может быть, топор. Или это просто нож. Сгнил слишком быстро. Как твои дела, Варриор? Рассказывай. Ёбаный рот. Ай, блядь, сука, ты еще что такое? Видно, поклонник Влада, который граф Дракула. Иными словами, мне это никак не прокомментировать. Так, а от чего я подобрал ключ? To use key item, open your inventory with tab. Ага. Ну окей, давайте пробовать ключ. Ага, от двери напротив. Так замечательно. Самое то под Хэллоуин. Я же говорю, у меня Хэллоуин сегодня просто пораньше наступил, чем у всего остального мира. О, лицо со шрамом. Классный фильм. Мне нравится. Say hello to my little friend, please. Так, идем дальше. Ох ты ж, блядь. Ах ты, сука. Да ты, мразь малолетняя. Так, все, три бэбика убито. Ты не смотрел «Лицо со шрамом», братан? Ты чё? Ты чё? Классный фильм. Культовый, я бы сказал. Советую посмотреть. Бляха-муха. Вот это эффектно. Чувак, у тебя пятка кровоточит. Кстати, так, типа... Любовничек из-под кровати вашей жены вылезет как-нибудь. Ай, сука. Так, ладно, у меня невыгодная позиция, чтобы здесь драться, поэтому давайте мы его просто за фейсролим. Фейсрол удался. Везде
конверсы стоят. Меня это смущает. Картина прикольная, кстати. Ага, думал, я тебя не замечу, да? Ну что ж. Ну как это? Симулятор Long Cast Warrior в Кривом Роге или где ты там живешь? Что, не узнаешь? Типа, вот твои соседи. Ай, бля. Так, давайте полечимся. Прям вылитый, я бы сказал. Нет! Бля, я потратил случайно второй морфин. Вот же, сука, но я нашел третий. Мне похер, я обдолбанный. О. Я уж хотел драться лезть. Чё? Мой персонаж какой-то странный звук издал. Так, что ты там в потолке? Давай, стреляй. Это что, тело? Боже, как оно воняет. Он держит пистоль. Лучше-ка я его возьму с собой. Шмяк. Спасибо за ключ. О, какая анимация сексуальная была. Так, во, есть Iron Sight. Это, кстати, хорошо. Ага, ключка. Блин. Dual wield. Во. А, вот так я, кстати, целиться не могу. Так, вот от этих дверей, по-моему, ключ. Либо от этих. Ну, от этой тоже работает, поэтому нормально. А, нет, отсюда мы вообще пришли. Назад, назад, назад. Так, ну идемте. Дверь закрыта. Ненадолго. Так, а у меня... Блять. А, я понял. Ай, сука. Хрен попадешь, кстати. Но мне нравится здесь стрельба, она, на удивление, очень годная. Так, четвертый этаж, я иду. О, записка. Так, мы где-то пропустили My Secret Note номер 2. Это потому что третья. Так, а теперь мне надо убить немножко детишек. Я застрял в лифте. Только персонал может туда пробраться. Благодаря секретному коду. Я так понимаю, никакой ребенок этого не узнает. Поэтому они пойдут по лестницам. Ага, я понял. Хитрый педофильский план. Сломать лифт и заставить всех детей идти пешком. Пошли вы нахрен. Ненавижу, когда бэби керут. Так, у меня 4 выстрела осталось. О, магазин. Замечательно. У меня получается сколько? 2 магазина и 4 патрона в 2 пистолета. Так, а куда мне здесь? Ага. Надо найти код от лифта. Я так понимаю. Ну что ж, давайте искать. Давайте искать. Мы открыли замок. И куда мы пришли? Мы тут были, помнится. Да, это же первое. Да, это первое. Так, ну раз мы тут были, то пошли назад. Получается маленький шорткат. Да, я помню, я в этом месте тупил уже в свое время. Не мог найти необходимый мне код. Потому что, ну, тут этажи выглядят хоть и по-разному, но все-таки одинаково. Так, здесь я, помнится, был. Вот этот, тут психотерапевт этот был, да. Окей, значит, нам на первый этаж.
Или, быть может, в подвал. Еще магазин. Прям хорошо живем. Ёп. Сочно. Просто сочно. Контрольный в голову. А, я перезарядиться не могу. Прикольно. Потому что вторая рука занята. Что и логично. Бля, пойдем без фонарика. Хуй с ним. Йоло. Пацаны. Нам. Нам, блядь, он нахер не нужен же, да? Так. Нет, знаете, я придумал. Давайте возьмем его все-таки. Ну, нахрен такие приколы. Налево или направо? Тебе, сука, с левой или, сука, с правой? Просто свалить никак, к сожалению. Понимаешь, дверь закрыта. Ёпта, мать. Зашел, засолил, называется. Чё, по музыке? Есть у нас какая-нибудь годная музяка? Рассказывай, да, проведи нам экскурсию, Варьер. Давай. Чё где? Чё к чему? Шприц. Вообще, как твои дела, кстати? Я, по-моему, не спрашивал. Давай, рассказывай, чё как. Так, получается, мы сюда только за... Этим самым пришли. Зачем? За шприцом. Где-то застрял лифт. Ну вот где? Блин, я, наверное, что-то просто не вижу на полу. Маленькое такое. Что у меня вообще есть? Нож. Так, вот, давайте-ка квик-слоты. Третий. Второй. Идеально. Тот, кто только что выбежал, это был алкаш Серега. Хотел на выписку денег попросить. Хорошо, что ты его убил, задолбал уже. Дела нормально. Ну, я рад, что у тебя все хорошо. Так, мы тут были. Да, мы тут были. Идем дальше. А вот тут мы, по-моему, не были. Да, вот тут мы явно не были. Секретная записка 2. Эти маленькие детки такие милые. А они выглядят так чудесно. Я просто хочу их потрогать. Но когда приходят эти родители, вот поэтому мне их и пришлось убить. Так, будет какая-нибудь бабайка? Бабайка? Так, стоп, я же не мог, чтобы тут... А! Я понял. Да, вот, кстати, есть такое. Шатаюсь по чужим хатам, убиваю детей. Я не то чтобы вор, я прям какой-то криминал. Криминальный человек. Так, ну окей, поздравляю, мы официально заблудились. И теперь не знаем, что нам делать. Маньяк. О, может быть, нам здесь куда-нибудь можно пройти теперь. Дверь не поддается. Дверь не поддается. И эта дверь тоже не поддается. Ключей у нас нет. Помогите персоне на четвертом этаже. Ну, простите меня.
Как мне туда, бля, попасть? Кто мне это скажет? Давайте сохранимся на всякий случай. Может, я действительно чего-то не замечаю? Так, ну вообще, мы отсюда пришли. Может, там что-нибудь есть? Ничего не вижу. Так же, хорошо, давайте поднимемся к четвертому этажу. Вот четвертый этаж. Дверь не поддается. Ключа здесь нет, только ручки и бумажки. Кто-то очень любит разгадывать кроссворды, судя по всему. Эта дверь тоже не поддается. Давайте попробуем мы ее взломать. Взломать тоже не удалось. Может быть, мы знаем код? Так. Три. Один. Два. Три. Три, один, два, три. Пробуем. Три, один, два, три. Это да или нет? Это нет. Окей. Загадка. Загадочная загадка. Нам надо отгадать код. Очевидно, он как-то завязан на этих записках. Три Little Kiddies. Три, два, три, один. Три, два, три, один. Пробуем такой. Три, два, три, один. Не работает. А это что такое? Непонятно. На четвертом этаже наркоман Яша. Ну. Я, кстати, знавал одного Яшу. Крайне классный чувак. Так, ему... Ну, нашему главному герою интересно, что тут произошло. Лучше не знать, я думаю. Что же нам делать-то? Полиция, помогите! Тут очень много вина везде, кстати, попрошу заметить. Сразу чувствуется, что мы в непростом доме живем. У меня такое ощущение, как будто я чего-то очевидного не замечаю. Может быть, компьютер надо включить? Нет. Тоже нет. Один. Один, два, три. Один, один, два, три. Давайте попробуем такой код. Один, один, два, три. Один, один, два, три. Нет. И
Итак, у кого какие идеи есть? Куда податься бедному подростку? Вроде меня. А то мама ждет. И все такое. Потому что я как-то в отчаянии. Давайте еще более внимательно осмотрим первый этаж. Жалко, что у тебя телефон умирает, потому что, ну, без тебя будет стрёмно. Сам понимаешь. Так, ну-ка, может быть, мы где-нибудь потеряли записку? Вот так поворот. Мы открыли костюм. Вот уж что не ожидал, того не ожидал. Магия. Так, первый этаж не принес нам ровным счетом ничего. Я только одного понять не могу. Как так получилось? То есть, погодите-ка. Это типа одна и та же лестница, что ли? Я, получается, закольцован? Типа, вот я захожу сюда. А, нет, я там пройти не могу. Окей, я понял. Пробуем тут пройти. Тебя защитит Вэрриор. Я, кажется, решил нашу загадку. Все. Ну, будем надеяться, что Вэрриор способен меня защитить. Вэрриор, ты же сможешь это сделать? Дверь закрыта. Бля, я думал, что я только-только решил задачу, а нихера подобного. Я просто сосну. Страшно будет, когда я найду выход отсюда. Понимаешь? Так-то я здесь застрял навсегда. А, привет, Гидра. Не сразу понял, что это ты, потому что... Опаньки. Никнеймы у вас одного цвета сейчас написаны для меня были. И я не выкупил сразу. Так, ну вот, пошло движение. Пошла движуха. Сейчас, может быть, что-нибудь и будет. Вообще, Вэрриор, у меня ощущение, что я играю в игру про тебя. Вот честное слово, у меня главный герой почему-то с тобой ассоциируется. Как бы не... Вот это интересно. Без обид, вот. Но есть такое. Итак. Куда мы пришли? Четвертый этаж. Так. Так. Это был ништяковый такой ребеночек, так понимаю. Очень приятно было его убивать. Очень легко было порезать его своим ножичком. Порезать как еду. И... Где-то здесь пишет нам смс-очка. Что ж, я вооружен и очень, бля, опасен. О, нет. Это он так сам с собой сделал? Там ключ. Как ты его, бля, вообще заметил? Твоя автобиография. Нехилая у тебя автобиография. А мужик-то, кстати, непростой, в жилетке. Классный нож. Так, давайте-ка пистоль возьмем. Сейвимся. Ой, фу. Что фу? О. Может быть, я могу спуститься вниз? А, стоп, там еще дверь закрыли. Оп. Тебя мне нужны. Как раз на последнем патроне. А может быть, это и не кровь. Может быть, это кетчунес. Ну, вообще, да, вопрос, конечно, интересный.
Ну, это, судя по всему, какие-то кровогонные таблетки он принял. Поэтому, кто знает, кто знает. Так, ключ от подвала написано тут. Так. У нас полный магазин, поэтому берем. О, да. У нас 1000 патронов и веревка. Можем смело. Не буду говорить, что именно я хочу с ней сделать, но... Это как минимум связано с повесицей. Так, вот мы и спустились вниз. Замечательно, идем в подвал. О, еще магазин. Меня прям балует игра. Оно и понятно почему. Кстати, интересный способ, она убивает себя. То есть она протыкает себе голову штырями. Это эффектно смотрится как минимум. Четыре патрона, надо запомнить. Так, нам в подвал. И как нам туда попасть? Блин. Ну, окей, давайте тут пойдем. Да, ну когда в тебя 4 патрона всаживают, я сомневаюсь, что ты будешь радостно кричать от жизни. Вот это как минимум накладывает свой отпечаток. Как твои дела, Гидра? Я тебя буду сокращенно Гидра называть, ты уж меня прости. Так, нет. Патронов надо явно больше всаживать. Сука. А у меня всегда так под ногами светит? Это я так понимаю, потому что я телефон убирал. Так да, я просто не знаю, как правильно его прочесть, а ты мне не подсказываешь. Понимаешь, ты не хочешь работать в команде. Это проблема нашего общества, понимаешь? Блин. Мы живем в обществе. You know? We live in a society. Так, нам в подвал. Что может быть лучше, чем одиноким вторнинским вечером пойти в подвал, вооружившись пистолетом? Сосайте. Вот именно это я и сделал сейчас. Дал полное сосайте этим барышням. Давай теперь зарядимся. 2 патрона это ни о чем. Они меня не спасут ни от кого, поэтому. Тут, по-моему, не было этой решетки. Какого черта? Ты в подвале этого дома и живешь, говоришь? Я заинтригован. Слушайте, как-то локация поменялась. Вы не находите это? Странно. Так, давайте поищем какие-нибудь ништячки. Они на полу обычно лежат. Но как-то я что-то ничего и не вижу. Вот это, блядь, страшно. Вот это действительно кошмар. Когда сковородка прилипла. Точнее, не сковородка, а кастрюля прилипла к холодильнику. Так, там наверняка кто-нибудь есть. Я чувствую это. Надо же. Так. Было бы смешно, если бы они и постер лица со шрамом как-нибудь там, знаете, изменили. О, ZTR забирают. Надеюсь, не в армию. Так вот, надеюсь, не в армию. Давай, приятно было тебя повидать, братан. Жду тебя в следующий раз. Потому что я сомневаюсь, что за этот вечер мы игру пройдем. Нас еще как минимум несколько дней ожидает в ней. Так. Не, давайте сначала в ту комнату сходим, посмотрим, что там. Может быть, тут какие-нибудь ништячки есть. Так вот, мисс Society, ну, которая живет в Society. Как твои дела? Что за странный звук?
Ты так и не ответил. А, я понял, в чем прикол. Изи. Идем дальше. Блин, мне прям нравится ходить и мочить всех с этого пистолета. Чувствую себя... Блин, это что такое было? А это кто такой там стоит? На, в пятку. Блин, так, ладно. Тут гол прошить не удалось. Ты чё такой быстрый? Отвечу вопросом. Давай. Отвечай вопросом. Если что, то я помню о нашей с тобой договоренности сегодня про карася. Назову это так. Вот. Все впереди, как бы. Где-то через полчаса. Ну или, может быть, чуточку попозже, как бы. Если ты не сильно торопишься. Я совершу то, что задумал. Вопрос же звучит следующим образом. Может ли мужчина испытать оргазм, медитируя? Ну, если ему кто-то при этом отсасывает, то да. Думаю, это возможно. Слушай, Вэйлор, как ты тут это самое? С делами на самом деле вопрос не связан, нас жаль. Нас жаль. Ах ты ж сука! Это наебалово сейчас было, кстати. Я-то думал, он сейчас отсюда выбежит, а оно, блин, со спины. Так вот, Вэйлор, что-то у тебя какое-то самое в подвале-то, судя по всему, натоплено. Как же ты в такой сырости-то живешь вообще? Шлеп, 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 шлеп. Так вот. То есть, женщина либо мужчина не взаимодействует с этим мужчиной, который медитирует. Правильно я тебя понял? Кто-то стекло разбил. Сохраняемся. Так, ну вот теперь-то у меня есть ключ. Да, и без визуализации со стороны мужчины. Но, знаешь, учитывая то, что я особо медитацией никогда не занимался, мне довольно трудно ответить на данный вопрос. Гипотетически. Я думаю, вероятность оргазма со стороны мужчины крайне мала. Что-то мне подсказывает, что все к этому идет. Просто в тот день дождь начался, когда кончил мужчина медитируя. Так, ладно. Ух ты ж, блядь! А, не-не-не-не-не-не-не-не! Сука, нет! Ух ты, проститутка! Я вспомнил, что этот противник делает. Он заставляет тебя кончить явно без визуализации и без медитации. Бля. Я на секунду даже это самое, в маленький шок упал. Потому что я вспомнил свои детские страхи, знаете ли. Про маленьких японских девочек. Так, 3 патрона на них, окей. Пошли на светлое место, перезарядимся. Магазинов становится все меньше и меньше. А с чего у тебя такой вопрос? Про мужчин, медитирующих и оргазмирующих. То есть он наверняка взялся не просто так. Мне интересна история за всем этим. А вось я захочу помедитировать, чтобы... Ну вы поняли. Зачем? В таком случае можно помедитировать. Это была вообще-то консьержка. Так, стоп, а мы помогли человеку с 4-го этажа? А, да, он собственно, мертвый. Так, ну тут светло, поэтому давайте просто пистолет возьмем.
Хам. Цепи. Кассета. Home Movies. О, порнушка. Find a video player. Окей. Давайте искать видеоплеер. Вот это ептить как страшно. Любопытство и только, окей. Так. А я-то уж понадеялся. Мы открыли дверь. Хм, интересно. Это закрыто. Магазин, это закрыто. Хорошо. Знаю, что женщины могут. Неплохо. На твоем месте я бы спросил у мужчины, который медитировал. То есть более часто... Нет, намного чаще, чем я, вот, который это делал, да. Потому что, ну... Это как спрашивать голодного о том, как, каким на вкус является, не знаю. Рябчик. Он ответит вкусным и все. Так, что-то странное тут происходит. Куда мне теперь-то надо идти? А, find a video player. Так, мы где-то видели, по-моему. Сука, нет, там страшно, туда не пойду. А, ну, собственно, тут только я и смогу пройти, потому что здесь лестница заблокирована, да. Женщины, значит, могут. Ну, я за женщин могу только порадоваться, получается. Вспомнился постер, где барышня такая, типа, бицуху показывает, и там написано «Yes, we can». Чё-то как смешно от этого стало немножко. Так, DVD-плеер. Давайте-ка посмотрим, что там за домашнее видео у нас снято. Угу. Это мужик с четвертого этажа. Занимается он чем-то нехорошим. Наверное, заставляет мужчину медитировать. Оу май. Домедитировался. 9-7-6-9. Найс. 9-7-6-9. Ага, все, я понял, от чего этот код. Нам клип. Только попробуйте на меня, блядь, напасть. Когда я только загрузился, сука. Я, блядь, знаю, что вы можете. Закрыто, не видите? Оставайтесь на своих местах, пожалуйста. Или это отсюда стучат? Давайте-ка валить отсюда быстрее. 9-7-69. Very wonderful. Валим. Что ж. Это было проще, чем в прошлые разы. Меня радует, что я не так уж и долго здесь тупил. Какого черта, что это за место? Подумал наш персонаж. Ну, Кривой Рог все больше и больше дает о себе знать. Я бы это так назвал. Так, а вот меня радует наличие новых магазинов. Это прям хорошо.
еще магазин. Так, мне кажется, я там видел противника только что. Нет, эта штучка какая-то просто торчит из стены. Да, конечно, ЖКХ здесь явно не заинтересована в удобстве жильцов. Бля, эта лестница что ли бесконечная? Сколько я уже спускаюсь этажей по ней? Фух, блядь. Я думал, за мной спускается какая-то ёба страшная. Это просто свет такой. Угу. Выглядит, конечно, очень радужно. Так. Напряженный момент. Но сейвочка меня немножко утешила. Фух, я уж приготовился к какому-нибудь джампскейру. А, ну да. Ну да. Вот про это-то я и забыл. А вот и Джонни. Это тот самый сосед, который... так сказать... сверлит по выходным. А, блядь. Ну, пользуется он ей явно не как электрогитарой. По крайней мере, сыграл он на мне какой-нибудь Highway to Hell, судя по всему. Что ж. Но только я одного не понял, почему у него ХП не убывало, когда я его в него стрелял. Так, а я проскипать это не могу, да? Блин, придется. А, нет. Да ты чё рашишь, что ли? Заряжаемся. А, я понял. Что ж, это будет веселый бой. Перезарядка. Дядь. Сырай Kick in the Teeth by AC/DC. Классная песня. Нет, ну ладно. Немножечко не хватило. Ну что ж. Приятно было познакомиться, мистер Голая Жопка. Оу. Эффектный способ принять свое поражение. О, господи, какая гадость. Да, откинуться с уже собственной блевотиной после того, как я убил чувака с голой жопой и бензопилой. Достойно мужчины. Так, и вот мы опять на улице. Черт, я что? Откинулся. Кто здесь? Раз вообще я не один из них. А кто ты тогда? Да никто. Че? Тебе не надо тут быть. Опасно здесь, браток. Погодь. А ты чё в противогазе-то? Ты тупой или чё? Ты хочешь, типа, ну, я не хочу в них превратиться. Так, доверять тебе тоже не могу. Не знаю, реально ты вообще. Поэтому вали отсюда нахер.
Какого лешего тут происходит? Кто он был? Никто? Чё за доктор? Называется глава. Перезаряжаемся. Сохраняемся. И в принципе все. Стрим сегодня коротенький, полуторачасовой. Самый раз, я считаю. На этом мы заканчиваем. Так, ну-ка, а мне интересно, кстати. Сколько всего здесь... А, тут не посмотреть, да, сколько глав предстоит. Кряк прям под конец. Ну, что ж, поделать. Увы и ах, увы и ах. В любом случае, спасибо, что заглянули ко мне на огонек. Так, текст сейчас мы поменяем. А, сейчас все было. Вот, с каждым такое может произойти. А я вам говорю еще раз спасибо, что смотрели мой стрим. Сам же пойду отдыхать. Надеюсь завтра продолжить, потому что, ну, прикольная все-таки игрушка. Че не говорите, но она смотрится симпатично, атмосфера там чудесная. Вот, ну и в целом как-то весело в нее играть, что ли. Поэтому пока, дорогие мои, пока. Нет, стоп, не та кнопка. Вот эта кнопка.